Нормально? Мы уже заканчиваем. Я вас понимаю. Сейчас Владимир самое первое. Thank you.
Thank you.
Господи, уснемы отверзившие уста мои, возвестят хвалу Thank you.
Thank you.
Thank you.
Спасибо.
наступивающей, всякое нечестивое тоже исключение.
Великого Господина, заложенного Кирилла, святейшего Патриарха Московского и всех людей, Святотроицкие лавы, священных и Мадрида, и Господина нашего Высокопресвященника Германа, Митрополита Волгоградского и Кобылинского, и Господина нашего Преосвященника Елисея епископа Римского и Новоанинского, и Господина Преосвященника Антония, Аскубинского и Натаевского, напоминенного Божьего Отца, Царствие Своё всегда на ней пресное во веки веков. Всечестные игумени, настоятельцы святоярии, обители сия игумени Георгии, со всеми сестрами обители сия, напоминенного Божьего Царствие Своё, всегда на ней пресное во веки веков. Пресвященники, митрополиты, архиепископы, епископы, пресвященнические монашеские, да поменят Господь Бога Царствие Свое, всегда ныне и присно и во веки веков. Да поменет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне и присно и во веки веков. Вас и всех православных христиан, да поменет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне и присно и во веки веков.
Слава Тебе, Господи, Пречистой, Великолепный, Твое, Отцу и Сыну, Святого Духа.
Oh, yeah.
когда ты стал разве твою жизнь, а направился в монастырь служить. Ведь вы знаете, что и никто и даже не пытался отпустить, хотя и было желание молиться за твор, за твор и молиться, молиться опять же без самой смерти, а молиться о мире, о своем монастыре, о тех, кто был рядом с ним. Но кто же не отпустит? Я на послушание затворы выходит, хотя каплю свои маленькие вещи. Как же мне радоваться, когда она, будучи игуменьей, учреждает духовное училище. Это что время, это школы не было. И не принимает сюда девочек и обучает их желания, и чтению, и живописи. Как же мне радоваться, когда она сама выбирает и отбирает учителей, благочестивых учителей, которые не научат других особого благочестия. Как же мне радоваться, когда игумени Арсения заступает за своих носей и говорит архиепископу, что она не может изгнать никого, ибо их призвала сама Божья Мать. Как же об этом сразу не арестовали? Удивительно жизнь преподобной игумени Арсения. Последний путь, последнее паломничество, уже во взрослом возрасте, после старшего возраста, она опускается и взяла пятую году, дабы поклониться мощам преподобного Сергея Садовского. Что я видела? Я видела имя. Я видела любовь. Я видела жизнь. Я видела радость. А то, что будет встреча. Встреча со святыми, встреча со святостью, встреча с самим небом, встреча с собой, жизнь и жизнь Бога. Вы знаете, что на этот день и у меня жизнь представилась, но она проявила этот день. То есть Господь дал мне возможность зрить свою причину, зрить свое будущее. И потому она даже заранее была на себя. Она была в паломничестве, и ее привезли сюда, и здесь ее покорили. Повторюсь, друзья, это удивительная, преображенная жизнь. Но обращайте внимание, что все вокруг нее было преображено. Все, чем не казалось ее рукам, все, к чему она не касалась, чем она не делала, все расцветало миром, тишиной, красотой, радостью. Мы сейчас с вами думаем, как же нам жить, как же нам пребывать в этой жизни, как нам продлевать вкусную еду, которая окружает нас. Да, пожалуйста, если есть прекрасно, самолюбие, прекрасный пример. И, конечно, с ним примером нам нужно подражать. Он как Бог поступал, подражать ему как я Христу. Так давайте попробуем подражать жизни Святой Игумени Арсении. Но в чем подражать? Только не в делах. Наверное, дела не самые главные. Потому что часто человек все делает, еле начинает гордиться, превозноситься, кичиться. Но когда в деле проявляется сама любовь, само милосердие, само понимание прощения, долготерпение и самое главное, проявляется радость, вот тогда это дело действительно дело Божье. Какое бы дело мы с вами ни делали, пусть будет самое главное или самое большое, что сейчас имеет талант, но пусть они будут насыщены. Ибо если нет любви, то я ничто. А именно Арсения, стяжав любовь Божию, сама была достигнута этой любви. Эту любовь дарила каждому. Будем
молиться в нашем воскресенье и воскресенье. Святая Матерь Воскресения, молитва Бога о нас. Скажу вам, друзья, что известны и чудеса творения Воскресения, что с вами по случаю описаны, когда действительно они получили здоровье по молитве Матери Воскресения. Это тоже праздник. Ведь ее любовь до сих пор проявляется к нам. И поэтому, подхожая к этой молитве, открывая свое сердце на встрече к Богу через молитву и свое прощение, мы тоже дали эту божественную любовь. Конечно, нам очень радостно от того, что именно Игорь Арсеньевна прославлена. И теперь вы знаете, наверное, каждый год проходит у нас рождественские обряды, крещения и влияния. И с прошлого года мы уже называли «Осенние чтения». Я надеюсь, что в этом году «Осенние чтения» пройдем здесь, в городе Сергеевича, и частично, наверное, наша устрица священная. И подвязалась именно Осенние. Друзья, с праздником вас, радости вам, мира. Напомню еще, что жизнь с ним, растворение за ним во всех других. Как бы они дали ему, как будто вышел человек и вынес, и раскрыл печенье. И все это нет. Вот подлинные православные веры отдали себя усилия во времени этой жизни. И тогда обретается то, что ищет наше. Подлинный я, подлинный в жизни, пребывает в Боге, а Божий не дает. Бог может послал и Thank you.
нашему хлебу, пожалуйста. Иди сюда. Сейчас Андрею отдам сразу, держи. Thank you.
ты. Thank you.
хотел бы поблагодарить за прием в обители ее подобие игуменью Георгию. Матушка для меня не только радость, но мы видим чудо совершенное преподобное Арсения в этом месте. Когда уже монахи не строили такую обитель, кто видел обитель в разоренном виде, видел торжество православия, потому что ничего ее разрушить не может. Верхний храм праздничный, с карарским мрамором, внизу молитва монахи ежедневные, а еще ниже подвиг затворничества и молитвы Святой Седмицы. В наше время такого монашества еще нету, но вы его строите, Матушка. Поэтому, помимо душевного ощущения этой радости торжества такого, к этому и милость Божия проявляется на нас. И совершенно ясно, что сила Божия, она в нашей немощи совершается, потому что, братья и сестры, мы все по природе грешны. Обладевают наши нами страсти, с которыми бороться не можем без Бога. Страсти порождают грехи. А сила именно не понятие, кто более или менее греховный, а сила именно сила в покаянии. Недаром апостол Петр всю жизнь слеза плакал. Недаром на Западе, на всех колокольнях петух, тот лектор, который троекратно пел после отречения Петра. Это сила верховных апостолов именно в этом силе покаяния. Вот сила покаяния – это торжество на земле для всех нас. И нету никаких заслуг, есть только эта сила, которая проявляется, когда человек находит путь в церковь, который находит в свое время это понятие, что мы по природе грешны. На Западе очень трудно это объяснять. Уже потеряно много чего из сознания нравственного, духовного и богословского. Здесь растет. Я думаю, что именно торжество именно в этом, что когда духовенство принимает Пасху, именно разогревает в них эту силу покаяния, монашество, которое это в себе является образом, я, конечно, всех приветствую. Всех вас, которые присутствуете, Матушка, особенно всех сестер ваших, с которыми подвиг вместе совершаете. Потом есть виновник моего присутствия здесь, Владыка Елисей, который на прошлой неделе мне зовет и повелительно говорит, что надо приехать. Елисей не ошибается. Надо было приехать. Я вам очень благодарен за это такое повелительное
чести и приглашения. И очень рад, что с вами сегодня. Потому что на этой земле все рождается, конечно, никогда ничего не умирало. Я думаю, что вот в этом вся наша радость. Мы к Антонию приветствуем, потому что мы, оказывается, давно как-то в каком-то мире общались. И мир действует так, что все время мы вместе и оказываемся духовно в единстве, которое тоже своего рода сила. Последнего он хотел присутствовать сегодня здесь, совершать божественные литургии, но, к сожалению, обстоятельства так сложились, что он не смог приехать сегодня сюда и совершать божественные литургии. Но вчера он так дружественно очень благословил нас, владыку Михаила, меня, кто прибудет здесь, именно совершить здесь это праздничное богослужение. Спасибо Господу. Очень ценно, очень важно, потому что прославление Матушки Игумени Арсения, ведь оно не произошло не в том году, не 5 лет назад, не 10 лет назад, оно произошло уже давно, наверное, еще при жизни Матушки Игумени. Когда, приезжая сюда, многие церковное начало, священное начало, увидев этот монастырь, поражались его устроением, не только внешним, потому что внешнее можно подвигнуть и будет красиво, но главное внутреннее устроение. А и матушка Игумени всегда старалась именно, чтобы сестры вели именно настоящий монашеский образ жизни. Хотя она была очень снисходительна к слабостям своих сестер. Это мы знаем на примере, как она именно сестру, которая страдала недугом, своей любовью все-таки помогла ей практически исцелиться от этого недуга, слабости. Все сестры смеялись, она нет, она не смеялась. Она понимала, что куда она денется, эта бедная овца, овечка, можно сказать. Вот она свою любовью так собрела. Поэтому, конечно, для нас это, для всех нас, и для архипастра, и для священников, и для игумени, и для сестер монастыря, для всех здесь стоящих братьев и сестер, гостей, это великий настоящий пример. Владыка, очень важно, что вы согласились на приглашение быть именно и на сегодняшнее торжество. Это для нас радостное событие, потому что очень видно было, как вы именно с такой любовью и с теплом совершали сегодня божественное. Для вас эта земля не просто, вы ее посещаете. Вы с ней кровно связаны. Это ваша родина. Потому что здесь родились ваши предки, здесь они были, здесь был ваш отец, который в трудных ситуациях смуты, тогда еще 17-го года, 20-х годов, для казачества истреблялось, ему пришлось именно выехать за границу или побывать там. Видеть именно, как наши люди там, именно русские люди, русские, проживали там, как было им тяжело. Поэтому для нас ваше присутствие сегодня очень важно. Спасибо вам большое, что вы так могли откликнуться на мою просьбу. И со мной в Женеве, например, приехали.
Спасибо, Господи. Это очень важно, когда вы сказали все в этот же день. Так, какое расписание будет служить? Было все понятно. Я, конечно, благодарю владыку Антония. Хотя он к нам близко, близко к нам находится, наш практический сосед, но он тоже мобильно откликнулся на наше предложение, несмотря что на его занятость он смог приехать и совершить божественный труд. Конечно, я благодарю матушку Евгению, потому что она уже начала мне давно, как говорится, тревожить, дергать владыка, что там, как у нас приглашать, как у нас со службу, как у нас что. Наверное, виновником является все-таки она. Спасибо, Господи, матушка, это правильно. И, конечно, я благодарю батюшку наших священников, кто сегодня присутствовал, практически вся партия Любинская присутствовала на служении утром, а ранее божественные другие, и сегодня божественные другие. Вот. Я благодарю, что вы так организованы, все откликнулись. Для вас это стало очевидно, что надо здесь вместе обязательно помолиться. Это очень важно. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Сестры, я вас благодарю за ваш труд. Да, это такой важный труд, незаметный для мирского глаза, но он очень важен. Мне бы хотелось, матушка, поблагодарить также владыку Тихона, да, который именно прислал и помог совершить сегодня литургии и послал свой хор, да, который сегодня пел во время божественной литургии. Спасибо вам, братья, за вашу сегодняшнюю неделю. И все, кто сегодня здесь присутствует, гости, которые откликнулись, потому что когда мы начали готовиться к этому богослужению, и наше вот такое городское начальство, областное начальство, мне тоже говорит, ну давайте делать праздник, давайте делать праздник. Я благодарю, конечно, и нашего губернатора, и его ученики, наших руководителей, что так они с пониманием относятся именно к этому важному вопросу. Вопросу духовной жизни. И вас всех, дорогие мои братьев, атаманов и казаков, здесь присутствующих, поздравляю вас с праздником, и моя к вам большая благодарность. И всех, кто сегодня помогал и помогает, будет помогать этой обители в проведении этого праздника и вообще устроении жизни. С праздником! Ваше Высокое Преосвященство, Ваше Преосвященство, дорогая Воскресенья, матушки, дорогие отцы, братья и сестры, и сегодня очень радостно вы здесь присутствуете, здесь молиться вместе с вами. Я, к сожалению, не смог быть на прославлении, было время, торжество, но дал себе обещание, вот Елисей дал обещание матушке, что обязательно приеду в первый день памяти матушки Евгении. И случилось милости Божией, я очень рад, что Господь заповедовал мне исполнить свое обещание. Человек для меня давно уже много значит, я говорю об имени Арсении, как-то вначале, наверное, своего какого-то духовного пути, ее письма произвели на меня свое определенное ощущение. Я сегодня возвращаюсь к ним, перечитываю, и каждый раз я чувствую, что в этих в ее словах есть удивительная сила древних концов. Как-то Господь ей дал такой, как говорит на богослужение, мужемудрый ум такой у нее, что она действительно писала и осуществляла свою духовную жизнь в духе святоотеческом, в духе древних концов, отцов пустыни. И это удивительно, как владыка сказал Михаилу, что пространство в мире духовном ничего не значит, как и время ничего не значит. Время также сокращается. И вот сегодня, присутствуя в этой обители, мы как будто бы возвращаемся на 100 лет назад, в тот самый рассвет, когда в ней была игумения, матушка Арсения, и сестры, движимые единым духом, веры, порывом веры, то непростое все-таки время, уже тогда непростое время для церкви православной, здесь, на Дону, зажгли очень ярко эту свечу. И слава Богу, ударил матушке Георгия, ее трудов, ее сестер, ее помощников, свеча горит Доны. Мы сегодня можем приходить сюда, на этот свет, стекаться, греться у этого огня и напитаться можем этим удивительным духом веры. И вас, владыка Михаила, в свою очередь тоже хочу поблагодарить за эту возможность прикоснуться как раз к опыту церкви, который, наверное, можно назвать врачом
подходящий, как вы сейчас недавно сказали. Действительно, поколение меняется, но очень важно церковь преемственность. Это общение с вами, молитвенное, литургийное, просто человеческое общение для нас, молодых архиерей, это очень важно. Нам очень важно не потерять тот удивительный дух исповедничества, дух веры, который вы получили в свое время от своих духовных наставников. И благодарю сегодня Богу за эту возможность служить вам сегодня здесь. И, конечно же, вас, вот этот Евсей, дорогой собрат, я благодарю за это приглашение. Давно мы собирались, чтобы вместе помолиться, не было такой возможности. Но Господь исправляет наши стопы, направляет нас к доброму делу. Я желаю вам тоже крепости, сил. Служение наше архиерейское, молодое, по-своему непростое. И в помощи вам Божией всегда молится с вами. Спасибо, Господи, всех. С праздником! Попробуем, ну, я не пытаюсь.